Ребят, всем привет, это влог. Так. Не, типа, не обращайте внимания на звук, мне там подруга тоже снимает сериал. Не сериал. Вот. Так. Заходим домой. Так, ребят, скоро пойдет у нас Виола в детский садик. Ура! Пока что пошукаю духами. Вот эти вот. Виола! Что? Словила. Или в ТикТок? ТикТок. Смотри. Смотри, какая лепота. Ей невозможно наглядеться. А откуда у меня вот эти вот игрушки? Я же говорила, спрячь их. Я шучу, не шучу. Ладно. Это мы тебе купили. Да. Сейчас ты иди на кровать, и там скоро построится детский садик. Ура! Завтра он построится. Всё. Ой, хорошо, мама. Виола, подъём. Ну, у тебя 5 минуточек. Никаких 5 минуточек, всё. Пора в детский садик. Такс. Бери с собой какую-нибудь игрушечку и пошли в детский садик. Ура! Такс. Бери с собой игрушку. Вот эту возьму. Угу. Что, какую-нибудь будешь? А, тебе еще надо водичку взять. Или сок. Водичку. Хорошо. Может, все дело в рюкзак. И возьми еще с собой. Сейчас. О, привет. Ты уже встал? Ну как бы да. Текс. И... А, еще вот эту вот ее шапочку. Текс. Одевай. Не хочу. Надо, чтобы солнце не было. Ну, блин. Все, берем твой рюкзак. Макс, поехали. Поехали. Думаю, этот выбор мой вообще ничего не решает. Угу. Понятненько. Макс. Ну, быстрее, как бы мы сейчас в садик опоздаем. Не опоздаем. Все, приехали. Такс, а где воспитательница? Ой, извините нас, пожалуйста, мы маленько опоздали. Ничего страшного. Вот ее вещи. Поставьте, пожалуйста, на подоконник. Или на кровать. Мы на кровать пока что поставим. Угу. Вот шляпка ее. Почему с ней стеробной? Ну, мы еще ее не сделали, можем сейчас сделать. Сделайте, пожалуйста. Хорошо, сейчас. Готово, вот. Угу. Вот ее вещи. Рюкзак не ставится. Так.
и бананку в рюкзак. Ну давай пока. Ну все, что осталось? Нет, нет, все, давай. Так, ну еще никто не пришел, ты самая первая, так что ты пока что можешь. Ты, кстати, пока что можешь тут поиграть. Если у тебя есть своя игрушка, доставай. У меня есть. Достань, пожалуйста, рюкзак. Вот, держим. Угу. Вот. Ой, моя игрушка. Кепку мою одела. Ой. Может, мы его повесим? Давайте. Крампить, крампить. Ну, игрушка такая называется. Так, поиграем. Пи-пи-пи. 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 Пи-п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 и
Так, на коробочку вот сюда вот поставить аккуратненько так. Я пока что буду остальных встречать. Ну, я пока что пойду. Открывать справку. Вот. Что вы так жестко с ней пить? Да мне пофиг. Так, смотрите, пока что поиграй. Я так вижу, что без рюкзака. Держите вот эту вот игрушку. У нас еще есть. Девочки, у нас тут еще есть сотнишка, если надо. Привет, Фифин. Берем. Так, ну что, мальчик, ты пришел. Что, кто-то будет приходить? Он вроде должен. Здрасте, я пришла. Типа, у нее был обычный жетик. Угу, снимаю тут кепочку. И костюм отдай. Ой, держи игрушку. И тебе держи игрушку. Вот еще мотоцинка есть тебе. Пью. Что случилось? Максим? Я вообще-то Дима. Дима. Наказан. Ты за что? Ты у меня машинкой кинулся. И что? И то. Твою машинку. Пошли. Будешь пока что тут сидеть. Я не хочу вообще, да, вы достали. Так, чтобы тебе свет слышу, все. Спокойно. Спокойно. Все хорошо. У нее кровь из носа идет. О, боже, посмотрите, умывайся. Закрыто. А, точно не будет этого мелкого. Выходи. И пока что он сейчас помоет. Первый солик. Давай дружить. Давай. Можно я с вами буду дружить? Хорошо, а с вот этим мы не дружим. Так. Все.
Девочки, вам что-нибудь дать? Нет. Скоро, кстати, на завтрак идем, так что приготавливайтесь. Что случилось? Да, Дима разбил... Как тебя зовут? Виола. Виоле нос с машинкой. Ну что, где он? Я его закрыла в ванной. Молодец, сейчас я их не буду обратить. Здравствуйте, это мама Иванова. Да, конечно. Что? Вы знаете, то, что у вас Иванов? Я сериал снимаю. Так, все. Приезжайте его забирать. Хорошо. Так, все, убираю планшет. Пока что детям. Так, все, дети, собираем игрушки всем. О, все? Да. Так. Вот. Вот так. И вот этого вот сюда. Все, вообще садимся пока что. Иванов. Иванов. Что? 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 Вроде с мама придет, думаю, он с тобой поговорит. Нет. Нет. Да. Все. Иванов! Быстро пошел домой. Ну, почти. Все классно. Так, все, дети. Кажется, подожди. Я сейчас приготовлю. Так, все, пошлите. Так, если мы сегодня не будем, идите руки мыть. Готово. Все, идите спать. Угу. Я сюда. Что я хотела сделать? Кто малыш не сделает? Ладно. Что не хотела сделать? Подъем. Текс, ребят. Сейчас. За Виолой придут родители, потому что Виоле надо будет их, наверное, вылечить.
больницу ставить укол. Так что Виола, давай пока удачи. Это Виола. Я тетя. Пошли домой. Пошли. И, ребята, пока что на этом закончился. Наверное, в новой серии будет больше продолжения.